Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвити Гадхара Шри Васадигуру Бхактивинде. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвити Гадхара Шри Васадигуру Бхактивинде. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвити Гадхара Шри Васадигуру Бхактивинде. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Ну что, дорогие друзья, живем в удивительное время, и это удивительное время на грани фола. Клоунада, слезы, безумие, и все это прямо здесь и сейчас. Ну, во-первых, как бы, куда движется мир? То есть раньше мы думали, что вот эти серьезные люди там в галстуках, в костюмах, у них какие-то там здравый смысл, там стратегия, тактика, там на долгие годы. Оказалось, что там, в принципе, еще хуже барыги, чем мы. Вот. Еще, кстати, да, текст выше нас, еще хуже, чем мы. Вот. То есть, и не только они еще хуже, чем мы, но они еще считают нас вообще полными идиотами. То есть, ну, как бы, то есть те, кто еще хуже, чем мы, потому что они как бы всячески рвутся наверх, они считают, что мы полные идиоты. И сегодня случайно в интернете я нашел потрясающий ролик, значит, где некто дама, которую только что Навальный сделал про нее как бы огромное расследование, что она там скупает недвижимость в Америке. А она постоянно выступает по российскому телевидению. Короче, такая у нее медицинская программа. Но в целом, если сказать коротко, чем она занимается, впаривает какие-то таблетки разных корпораций бабушкам-пенсионерам. Ну, и, судя по всему, успешно, потому что покупает себе за миллионы долларов дома в Америке. Ну, да бог с ним, как говорится, впаривала бы и впаривала. Но тут сегодня она показала всем, что, оказывается, вакцина долгожданная от коронавируса уже есть, и уже некто там Гинзбург, какой-то там эпидемиолог, он уже ее сделал, и она прям показывает, как это все сделано. Ну, а перед этим, как бы, все ученые мира говорят, что там нужны годы на эту вакцину. Конспирологи говорят, что если кто-то эту вакцину выкатит на рынок, это значит, что она у него была уже давно в разработке. А тут наши, как бы, русские ученые, как всегда, там, за пару бутылок водки, за, там, сколько там у нас эпидемия идет, за месяц, наверное, за два, еще деньги не успели дойти всех, они уже нафигачили вакцину. И будут сейчас всех принудительно ей вакцинировать. Ну, в общем, конспирологи в шоке. Они там проектировали какие-то проекты, что там какое-то мировое тайное правительство там создает какие-то проекты. Билл Гейтс тратит миллиарды долларов. А тут, оказывается, все просто. Там Гозман или Цукерман... Не Гозман, а Гинзбург. Вот. Ну, почти то же самое. Вот. Он уже как бы все придумал, уже себе вколол. И глядя все на это, то есть я понимаю, что вот эти люди, которые сами недалекие, они думают, что вокруг живут такие же недалекие люди, ну, гораздо более хуже, чем мы. То есть мы бы как бы... То есть, понимаете, когда что происходит? Происходит, что наше терпение человеческое сравнивается со слабостью, с дебилизмом. То есть, если вам там обрызгали грязью лицо, и вы при этом как бы, ну, утираетесь, терпите и говорите, там, что-то может быть не так, то вот те, кто обрызгал вас грязью, они думают, что дебил, что ли, он уже ничего не отвечает мне, и наваливает полное ведро. Я к чему это говорю? Потому что все это нужно связать с сознанием Кришны. Вот это, ребята, та реальность, которая, ну, как бы за бортом нашего интернета бушует, да? И если раньше мы говорили, там, конспирология, там, какие-то непонятные люди, так в конце концов, что там, кому нужно там стрелять, убивать, сокращать население? Ребят, посмотрите, вот последние с момента снятия нашего фильма, да, о Тунгусском метеорите, вот все, что мы
худшее предвидели, даже еще хуже, чем мы предвидели, уже происходит каждый день. И возникает вопрос, как нам, живя в этом мире, взаимодействие с этой реальностью, первое, а, не сойти с ума, второе, б, не стать атеистом, а третье, получить хотя бы хоть какую-то пользу из этого кризиса, хоть какую-то пользу, понимаете, да? Как говорят умные американцы, они, ну, примерно говорят по-одесски, мы не такие-то глупые, чтобы не получить из этого кризиса пользу. Вот, ребята, какую пользу мы можем получить из этого кризиса? Ну, нужно понять, кризис это такое явление, когда ничего не происходит, а просто средства перераспределяются по-другому. Ну, например, там, богатые становятся еще богаче, бедные становятся еще беднее. И там, как говорится, с мира по нитке, да, поэтому видим, что там олигархи делают разные налоги, там платоны, налог на водителей, налог на колодец. Кстати, да, придумали офигенский налог на колодец. То есть, ну, воду пьешь, значит, не можешь не сказать, что это налог за то, что ты пьешь воду. Ну, значит, налог за колодец. Откуда ты пьешь воду? Из колодец же, сволочь, ты пьешь воду. Вот. И это придумывают как бы наши великие экономисты, которые пытаются, они причем делают это все для нашего с вами блага исключительно, да, то есть исключительно из любви к нам они пытаются нам впарить налог на колодец. Шутки-прибаутки, но мы видим, что в мире материи все пытаются пользоваться, эксплуатировать какие-то реалии. И вопрос возникает, какова наша с вами прибыль, да? Помните, как в старом еврейском анекдоте, там говорит, беру, значит, яйца, варю их, продаю, яйца покупаю по рублю, варю, продаю, и продаю тоже по рублю. Они говорят, а что ж тогда ты имеешь? Он говорит, навар. Навар, да? То есть, что мы с вами имеем в сухом остатке, вот в этом раскладе, да, вот в этой как бы реальности? А имеем мы с вами следующее. Значит, мы находимся в мире эксплуатации, прошу не забывать. Есть еще мир отречения. И как Шихарам Махараш говорит, есть еще мир любви и служения. И эти измерения, они вокруг нас, они не где-то там, не на какой-то планете, не на 100 метров выше или не на 50 метров ниже. То есть, все это находится в категории нашего сознания. Если мы хотим участвовать в мире эксплуатации, тогда, ребят, смотрите новости, там все написано, да? И эта эксплуатация придет к вам там, в качестве ЖКХ, там, в качестве налогов, в качестве там, добрых полицейских, которые вас пришли вакцинировать. Знаете, может быть, в какой-то момент у вас в квартире произойдет там тук-тук, вы кто? А мы очень добрые люди, которые пришли вас вакцинировать. А у вас у самих эта вакцина есть? Нет, нам она не нужна, но она нужна вам, чтобы вы быстрее умерли. Это мир эксплуатации. И в этом мире эксплуатации существуют свои абсолютно четкие законы, которые называются ЧЧВ. Человек человеку волк. Хороший закон. То есть, живи ради себя, действуй ради себя, грабь, убивай, делай все, что угодно, потому что в конечном итоге ты этого достоин. Лореаль. Второе – это мир отречения. Это мы сидим типа дома на диванах и говорим, мы такие отреченные. Это ж не ко мне пришли вакцинировать, это соседы пришли вакцинировать. Ко мне это точно не придут. Ну, придут только не сегодня, а завтра. Но в мире отречения мы как бы сидим и отречены от всего, отрешены. Нам все пофиг. Это не наша проблема, наша хата с краю. Ну, как говорится, когда придет нам проблема, будем с ней иметь дело. То есть мир отречения – это такой мир, где мы ищем какого-то упоения, успокоения, ну, какого-то там на вулкане бурлящем, какого-то прохладного места, где хороший вид, тепло и хорошо. Ну, тоже в этом мире отвлечения, друзья, невозможно жить, игнорируя, невозможно жить, закапывая голову в песок, потому что песок, он как бы рано или поздно может, накалиться. И поэтому есть такой
отеченцы, кайфарики, такая аудитория людей. Я, кстати, тут недавно с одной девушкой с такой познакомился. Девушка такая очень красивая, там купается без купальника, такая крутит обруч вокруг себя. Ну, как бы, ну, такая, видно, что она живет вот в этом вот сказочном лесу на острове, такая богиня, вся в себе. Ну, и как-то мы там с ней разговорились, как бы. А сначала, конечно, меня привлек ее торс. Я подумал, как, что интересно в обладательнице этого торса в голове. И я не ошибся. А не ошибся в том числе, что она сказала: «А мне все хорошо, я вот здесь, я сама по себе, мне ничего не нужно, мне даже никого не нужно». То есть такая чисто исключительно эгоистка, да, которая там вот, ну, очарована сама собой, там, кручением своего обруча вокруг своей талии. Ну вот, и а я с ней сразу, ну там, как бы, сначала я включил про тулоси, я говорю: «Здесь вообще-то тулоси, туда-сюда». Она такая: «Ой, я так интересуюсь аюрведой, я так интересуюсь всем натуральной природой». Ну, знаете, как люди из себя изображают. Я говорю: «А ты знаешь вообще?» Она такая: «О, тулоси, это можно же в чай заваривать». Я говорю: «Вообще-то это священное дерево». Она такая, типа: «А как это? А почему нет?» Я говорю: «Ну, вот у тебя, говорю, был когда-нибудь возлюбленный, ты представляешь, да? Или ты, например, своей маме подарила цветы, а она из них чай заварила. Ну, понимаешь, да, то есть, ну, это же ее цветы, чего хочет, пускай делает. Ну, понимаешь, цветы – это символ любви. А если ты приняла символ любви и сказала: «Ну, хорошо, очень прекрасно, ну-ка, заварите, отнесите это на кухню», да? Тогда получается, что твоя любовь – это как бы, ну, вот чайная заварка. И тогда у тебя нет ничего святого, потому что ты смотришь на этот мир только исключительно с прагматичной точки зрения. И тогда эта милая, красивая девушка стала меняться в лице, и у нее уже было выражение не такого цветочка, а одуванчика, а такой конкретно демоница. И она мне такая говорит: «Это что-то у тебя такие недемократические взгляды». Я говорю: «Нет, у меня как раз очень демократические взгляды. Есть мир любви, есть мир эксплуатации, а ты хочешь эксплуатировать любовь? Ну, извини, как бы, ну, от того, что ты с голым торсом крутишь, как бы, опрыч на своей заднице, это еще не значит, что ты достоин любви. Потому что я вижу, как бы, ну, что ты одинокая женщина, к тому же уже, как бы, через какое-то время твой торс слегка обвиснет, глаза с тобой будут с мешками, да, и, ну, никакая привлекательность твоя больше не будет никого привлекать, да, потому что образ старый, одрябшей женщины – это образ безобразия. Ну, такой вот ведьмы, старухи, да? А пока ты красивая, пока в тебе есть какое-то некое вожделение, влечение, ты еще можешь кого-то обмануть. Но когда твое внешнее закончится, и твое внутреннее станет твоим внешним, то есть, ну, и когда твой страшный внутренний мир будет отражаться в мешках под твоими глазами, тогда ты не сможешь никого обманывать. Ты просто будешь отвергнута, да, теми, кто будет более молодой, более красивый, чем ты, да, ничего в тебе не будет вечного. И вот, ну, поэтому мы всегда говорим, да, по поводу женщин, что есть такое понятие, как некая физическая красота, кама, да, то есть вожделение, а есть мудрость. И женщина, ну, понятно, да, она в своей, как бы, в начале своей жизни она может, как бы, пользоваться некой своей женской природы иллюзорной, которая ей дана. Но если она не прошла духовную трансформацию, если она не прошла какое-то ну, взросление, какой-то опыт, да, то есть если она не трансформировалась в духовную личность, то тогда она становится просто старой дурой, да, а не мудрой бабушкой, ягой. Вот. И к чему я это все рассказываю вам? Я рассказываю к тому, что, встречаясь с разными людьми, там, в телевизоре, видя, как тебе впаривают прививку, да, о том, как некие материалисты говорят тебе, что мы такие красивые, нам, мы такие природные, экологичные, такие светлые. Но только одна вещь, да, мы готовы заваривать листья тулоси в своем чае. Мы не готовы никому ничего поклоняться. Мы вообще ни перед кем ничего не склоняем. Если ваши красивые цветы можно заварить, мы можем для себя это использовать. И вот это мир эксплуатации, использовать для себя все. Бога, священное, трансцендентное и так далее. И есть такая интересная беседа, это Кришна и Рукмини. Ну, там такая история была, что у Рукмини был брат, которого в конце концов убили,
Но этот брат был очень против свадьбы Кришны и Рукмини, и он пытался мешать. Ну и Кришна там его силком победил, там побрил, подстриг, зачморил. Но Рукмини все это проглотила. Но в какой-то момент Кришна пришел к Рукмини и стал ей говорить: «Слушай, ну что ты меня любишь? Меня же любят только нищие, сумасшедшие кришнаиты. У меня же ничего нет. Я же не преследую никаких целей в этом мире. И поэтому как я могу тебе, красивой, продвинутой женщине, дать то, что ищет любая женщина? Защиту, самореализацию, богатство». Но Рукмини, которая очень сильно любила Господа, услышав его слова, она поняла правильно. Она поняла, что Господь пришел испытать меня. Вот у меня тоже есть такая тактика, когда мне человек говорит: «Ой, ну хорошо, я хочу получить посвящение». Я говорю: «Зачем вам надо получать посвящение? Вы же можете без посвящения жить нормально. Тем более посвящение наложит на вас какие-то ограничения, там не пить кока-колу, не есть шоколадки, ну там, я не знаю, повторять 4 круга мантры, ну вот, хоть и не искренне, но тем не менее, да, ну, к примеру, зачем вам посвящение? Идите, ну, вам нравится Кришна, все хорошо». И такие люди шокированы, типа: «А вот тут Махараш такое погнал». Но Кришна тоже погнал Рукмини, и Рукмини, она поняла, почему Кришна погнал. И она сказала ему: «Слушай, ты вот мне сказал самые неприятные слова, причем как бы суть речи Кришны была: Рукмини, зачем я тебе нужен, бросай меня. Я не постоянен, у меня ничего нет, у меня куча безумных последователей». То есть Кришна и такого наговорил, но Рукмини сказала: «Нет, Господь, ты сказал эти великие слова, чтобы испытать мою веру». То есть Кришна первый провокатор, да? И давай я тебе буду по пунктам отвечать. Ну, например, почему у тебя ничего нет? Мне очень это понравилось, выражение Кришны. У Кришны ничего нет, Рукмини сказал: «У тебя ничего нет, потому есть только ты один». Понимаете, да, что она сказала? Есть только ты один. И поэтому у тебя ничего нет, потому что в тебе все включено. Я подумал: вау, как круто, да? Кришна говорит: «У меня ничего нет. Да, я ничем не обладаю». Почему? Потому что все в нем уже, да? Это как: «У меня ничего нет, у меня есть только я, вот мои волосы, мои там жены». Понимаете, да? Она говорит: «Тебе поклоняются нищие, потому что все сокровища этого мира ничто по сравнению с тобой. И поэтому тот, кто по-настоящему ценит тебя, его ничего материальное не может привлечь. Он понимает, что это все по сравнению с тобой, поэтому тебе поклоняются нищие, да? Потому что ничто материальное их не интересует. Они полностью понимают, что ты единственное сокровище». Ты неравнозначен ко всем, да, потому что Кришна говорит, только равные могут по-настоящему дружить или любить друг друга. Но Рукмини говорит: тебя невозможно достичь. У тебя нет равных. По отношению к тебе все живые существа, твои слуги и рабы, но тем не менее ты ставишь себя ниже, чем они. Поэтому тебя невозможно достичь ни в твоем величии, ни в твоей скромности, ни в твоем сострадании, ни в чем. Итак, Рукмини шаг за шагом отвечает на провокацию Кришны, и каждый пункт, который Кришна говорит в качестве «зачем я тебе нужен?», Рукмини объясняет: кто ты, каково твое положение. То есть, да, то есть невозможно занимать с тобой равное положение, потому что ты всегда величайший, но при этом ты из своей милости и любви можешь стать сыном матери Ешоды, или там Махараджа Нанда, или возлюбленным гопи и коров. Мать Ешода может открыть тебе рот, заглянуть, увидеть тебя во рту в целую вселенную, и при этом как бы мать Ешода все равно будет считать, что она твоя мать, и она действует исключительно для твоего высшего блага. Да? Дальше. Ты абсолютно безразличен к богам и к демонам, потому что ты трансцендентен. Но ты очень любишь своих преданных, таких как Прохлад Махарадж и других.
А когда Брахман Дурваса, который был великим мистиком, пришел к Амбарише Махараджу, Брахман Дурваса думал, ну, этот жалкий грехаст по сравнению со мной, великим мудрецом Дурвасы, кто он такой? Я оказал великую услугу этому царю, я пришел к нему в дом. Но Дурваса пришел к Махараджу в дом, а царь Амбариш очень жестко следовал Экадышам. И он сказал Дурвасе: о, наконец-то результаты всех моих аскез и постов реализовались, потому что сегодня я увидел такого великого мудреца, как ты, у Дурваса. Давай же, как бы, ну, ты пришел на Экадыши, у меня есть возможность накормить брахмана просадом и не просто предложить этот просадом Господу, а еще получить остатки пищи великого святого. Ну, Дурвасе как бы это все понравилось, да, да, там типа, ну, я пойду помоюсь, там, помываюсь на реку, да, там, и типа, ну, и Дурваса там, понятно, там приседания, пранаяма, там продышки, прогулки, ну, как бы, да, то есть там садхана. Вот, и он же на часы не смотрел, у него не было айфона. Вот, а Амбариша Махарадж, да, будучи царем, имея, так сказать, четкую организованную жизнь, в отличие от мудреца, он понял, что приходит время прерывания поста, то есть как в пост надо зайти, из поста надо еще грамотно выйти. Прерывание поста, в Писании говорится, не менее важно, чем сам пост. То есть правильное время, нужно вкусить правильные зерновые. Но не просто правильные зерновые, это должен быть просадом. И поскольку Дурваса плещется на реке, а Махараджа Амбариш как бы понимает, что, скорее всего, брахман опоздает, уже до реки идти обратно. Вот. И спрашивает своих придворных мудрецов, брахманов, что делать. И в консилиуме со своими придворными мудрецами они приходят к выводу, что, ну, типа, ничего делать особо невозможно, нужно пост прервать, но поскольку ты пригласил к себе мудреца на обед, ну, выпей хотя бы воды, чаринамриты, да, и тогда это будет считаться, что ты вроде и пост прервал, но ты ничего не ел, и брахмана ты не обидишь этим. Так царь и сделал. И он, в конце концов, дождался. Естественно, Дурваса пришел с большим опозданием. И не только пришел с большим опозданием, его эго тут же было затронуто тем, что благодаря своей мистической силе, своим ситхам, он почувствовал, что типа, царь воды без него попил. И Дурваса всячески тут же своим гневом пытался наказать этого царя. Но результат очень простой. Появился Сударшин чакры Вишну и погнался за Дурвасой. То есть Махараджа Амбариш ничего не делал. И вот поэтому есть такая история, да, которая рассказывает про то, как шел один монах с палкой, и он как бы, ну, надеялся на палку, так сказать, держал эту палку, посох, там, типа Шаолинь, и на него напали разбойники, избили его же палкой, и отняли у него все подношения и так далее. И вот этот монах плачет, он говорит: «О, Господь, я ж тебе посвятил всю свою жизнь. Я же ради тебя собирал подношения, подаяния. Я же... И вот ты меня не защитил». А Господь ему приходит во сне и говорит: «Слушай, ну я не мог тебя не защитить. Ты же шел с палкой, надеялся на палку, махал палкой перед всеми. Вот палкой по горбу и получил. Поэтому на что ты надеешься? На собственную палку или ты надеешься на Господа?» И вот Дурваса, он надеялся на свои силхи, на свои совершенства, а Махараджа Амбариш, он надеялся на Господа. И так получилось, что Сударшин чакра погнала за Дурвасой и чуть ли его не уничтожила. И куда бы он ни прибегал, на какой бы план бытия, Акшиве, Брахме, в другие высшие миры, низшие миры, ему везде все объясняли, что извини, я ничего с тобой сделать не могу. Почему? Ты оскорбил чистого преданного, а это больше, чем оскорбить самого Господа. Потому что Господь говорит: я прощаю, когда меня кто-то оскорбляет. Когда оскорбляют моих чистых преданных, я этого не прощаю. Так вот, друзья, мораль сей басни такова, перед тем, как уже мне закрыть сегодняшний день. Помните о том, что даже Дурваса не мог вычислить, кто такой чистый преданный. У него были ситхи. Он мог понять, что там кто-то попил воды без его разрешения, да? Но он был слеп относительности преданности Махараджа Амбариша. Почему? Потому что он не видел
преданности. Бхактиам саджатая бхактиам преданного можно увидеть только глазами преданности. Это как Кришна, его можно увидеть глазами только души. Физическими глазами можно увидеть Кришну, но ты сам подумаешь, что это какой-то мужик. Там какой-то, как его видели демоны, там Даттаваха, Шишупала, и они бросали ему вызовы постоянные. Да, Хираньякашипу, там Хираньяк. И действительно, отчасти это правда. Какое-то количество дураков существует. Но человек, который обладает неким духовным восприятием, он может увидеть истину. Помните, истина. Сократ не друг, но истина важнее. Истина. Вот то, что вас должно интересовать. И никто вас не сможет обмануть, если вы будете видеть истину в высшей инстанции. Поэтому, друзья, помните о том, что Махараш Амбариша был царем. Для Дурвасы он казался жалким материалистом. Ну, кшатри там, а им это брахманы. Дурваса был великим йогом-мистиком, у которого были огромные ситхи. Но он не смог увидеть преданность. Понимаете, да? То есть преданность – это очень тонкое чувство, которое может видеть только преданный. Только преданный может понять, что такое преданность. И только по милости преданных преданность Господу может прийти к нам. Вот так вот, когда к нам придет преданность Господу, и когда мы сможем полностью опираться на Господа, тогда, как Прохлад Махарадж, мы можем сидеть и просто повторять святые имена. Но пока этого не произошло, нужно как бы сеять плоды духовные, а пожинать материальные. В каком смысле? Сеять плоды духовные, нужно совершать духовную практику, а материально готовиться к каким-то изменениям. Как говорится, мечтайте о лучшем, а готовьтесь к худшему. Вот на этой ноте, Хари Кришна, мы с вами и поговорили сегодня. А все комментарии уже завтра. Завтра будем обсуждать.